Приветствую вас, уважаемые зрители. С вами я, Ведьмак. Вы смотрите новую серию прохождения игры BioShock Infinite. Мы с вами находимся на летающем городе Колумбия, куда попали в предыдущей серии. И надо сказать, город производит впечатление. Это не какая-то там, знаете, как будто летающий остров, да, типа Лапуты. А целый набор, целая, не знаю, вереница, архипелаг летающих зданий. Каждая летает само по себе, они могут соединяться между собой. Вот. И выглядит это все, ну, лучше всего здесь подходит слово пасторально. То есть такой пасторальный пейзаж. Все очень чинно, благородно. Можно выпить содовой, никто вас за это даже не убьет. Детишки, пучеглазая мадам. Вот. На таких вот ретро-футуристических двигателях держится, собственно, вот эти вот дома. Так, ну что ж, здравствуйте. Документы проверять не будете? Это хорошо, потому что у них нет. Так, видите, вот дом поднимается вверх, спускается вниз, так медленно укачивает своих жителей. That's why we're going to the raffle. I have a good feeling this year. Я скушал сахарную вату. Давно не ел сахарную вату. Columbia Raffle and Fair. 1912. Да. Действие игры происходит в 1912 году. Собственно, еще до Первой мировой войны. Вот и наш герой, детектив Букер Давид, который... Так, о чем речь? Лжепророк стремится сбить нашего Агнца с пути истинного. Пока непонятно, но, судя по всему, какой-то червячок затесался в это яблочко красненькое. Если вы понимаете о чем-то, что-то здесь не так. В этом городе уже кушаем яблоко по этому поводу. Я играю на сложности 1999 год. Это хардкорная сложность, самая высокая. Соответственно, ожидается много проблем. Но пока что, как вы понимаете, это завязка сюжета. Здесь вообще нет никаких битв, ничего. Шаримся. А что здесь вообще такое? Кстати, я заметил, у нашего героя на правой руке выжжена буква АД. Не знаю, что это означает. Но, может быть, вы помните, у главного героя... Ой, хлебнул из фляжечки и повело сразу. У главного героя игры BioShock на правой, по-моему, руке, может быть, на обеих, не помню сейчас точно, положите деньги в корзину, такая вообще просто открытость, честность, положите денежку, возьмите, что вам нужно, и идите, никто вас не будет ни в чем подозревать, прелесть такая, прям в коммунизм. О, свиные пятачки. Да, опять я сбился с мысли. У главного героя игры BioShock на правой руке, я помню, видел татуировку в виде цепей. Три звена цепи. В принципе, это был такой намек с самого начала игры на некоторую особенность главного героя, которая проявила себя в дальнейшем. Смотрите, АД, у него АД написано. Охренеть. АД, АД. А не это ли написано на крестах христианских внизу? По-моему, что-то такое есть. Прелесть такая. Donald, you know. Life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. Красота. Так, я даже не знаю, куда пойти. Туда или туда. Наш пророк, отец Комсток. Дедушка такой. Благородный. Мужик, ты чё тут делаешь? Это ты странно стоишь? Подозрительно.
О, может сюда зайти? Нет? Альберт Финк представляет величайший квартет Колумбии. Песенка, конечно, на любителя, по крайней мере, в современных реалиях. Так, что-то я много могу есть, могу пить, не толку от этого сейчас. Самые дешевые фейерверки, специально, не специально, не знаю, особые. Братья Льюис. Окей. Буду через 5 минут. Да, кстати, я обнаружил, что в игре можно посмотреть дневники. Можно их прочитать для вас, потому что они только на английском звучат, а субтитров для них нет. Любите пророка, а можно даже воспроизвести в фоне. Любите пророка, ибо он любит грешника. Любите грешника, ибо он есть вы. Если не станет грешника, какой прок в искуплении? Если не станет грехов, что же тогда прощать? Так, второе. Собственно, пророк Хамк. Тук Камстак. А затем Архангел явило мне видение. Город легче воздуха. Я спросил ее, зачем ты показываешь мне это, Архангел? Я не сильный человек. Я не праведник. Не святой. И она поведала мне нечто удивительное. Ты прав, пророк. Но если даже ты уповаешь на благодать Божию, почему же остальные не видят ее в тебе? В себе. Ладно. Игра вообще очень сильно затрагивает религиозную тематику, поэтому даже, честно говоря, не знаю, как ее примут некоторые слои населения, которые, скажем так, серьезно относится к религии. Ни хрена нет. Женская патриотическая лига, чего это значило? Сколько стоит? 50 долларов. Такой-то денек прекрасный. Здравствуйте, уважаемые, что читаете? Предполагаю, что слово пророка. Боюсь, что другие книги здесь не очень почете. Думаю, бабло лежит в мусорке. Прелестно. Тут огородик. Ладно. Точнее, не огородик. По-советски всегда называю. Это скорее садик, клумбы просто. О! Давайте послушаем, почитаем, послушаем. Все вместе. Человек погружается в крещальную купель. Из воды выходит другой, рожденный заново. Но кто находится под водой? Возможно, и грешник, и святой одновременно. И это только взгляд другого человека проявляет это различие. Пустая корзинка, ладно. Цветочки, все цветет, все пахнет. Красота. Однако мне кажется, что надолго такая красота не продержится, потому что, ну, вы сами понимаете, как бы. Игроку, мне, вам, любому игроку, еще минут 5 такой красоты и наскучит, потому что, ну, кому интересно играть в игру, где все хорошо, все прекрасно, да. Наверное, я сейчас что-то странно сказал, но я думаю, вы меня поняли. Когда ничего не происходит, то мерь свой пыл, друг мой. Turn into some finkton radical on me, John. I do not want to be some character out of I Married a Vox Populi. Now, do I? Да. На Колумбии присутствует некая фракция под названием «Глаз народа», которая, видимо, шебуршит массы и
Камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок. Вы не подумайте, меня, конечно, не очень-то, в принципе, тянет во всякие углы обшаривать, да, там, каждую монету поднимать. У меня нет такого зуда, что нужно прям все собрать. Дело в том, что на этой высокой сложности я боюсь, что мне понадобится каждая монета. Офигеть, ты что пугаешься? Спасибо, мальчик. Невид, стой. Комсток не должен о тебе узнать. Стой. Что бы ты ни делал, не бери номер 77. Стоп, это, видимо, не стой, а точка. Тычка, то, что называется. Переводчики, конечно, об этом не могли знать и не догадались, в отличие от меня. Ой, извиняюсь. Так посмотрите, какая статуя. Знаете, что мне напоминает? Статую Архангела в Героях Третьих, когда строишь, когда, точнее, приносишь Грааль в город. Такая статуя нарисовывается. Или это не в Третьих Героях? Ну, короче, что-то такое связанное. Не бери, говорит, номер 77. Что за номер 77? Банан. Скушаем банан. Почему бы и нет? Мужик пристает к женщине. Ха-ха, город такой откровенно низко детализованный. Посмотрите на эти деревья. Там вообще вдалеке спрайты летают. Ну, в общем, я не ждал от этой игры графическое откровение, но, в принципе, визуальный стиль здесь хороший. Давайте посмотрим. Так. Мы можем увеличить? Нет? О, смотрите, салют. Что-то празднуют. Хорошо. Мужик джонглирует. Мужик стоит. Ну, собственно, не сказать, чтобы этот телескоп очень какой-то вид давал. Это даже не столько телескоп, а бинокль. И тебе того же. Даже не знаю. Что? Так, там что-то хорошее происходит, но давайте не будем торопиться. Я понимаю, что серия растягивается, но тем не менее мне хочется пока что насладиться таким моментом. Спокойствие, идиллии. Интересно, я могу прыгнуть? Блин, похоже, могу. И похоже, ни к чему хорошего этого не придет. Не приведет. Ладно, не будем рисковать жизнью. Может быть, за это какую-нибудь ачивку, но мне как-то не хочется портить общее ощущение от игры. Всякими глупыми выходками. Заведомо. You know, that's where all the immigrants used to pass through. Да? Wish they still allowed average Janes and Joes to enter. You know, you gotta be somebody now. Да, плохо. Идем дальше. Шарики. Жизнь. Что такое вибер? Я забыл. Вибер. Не помню. Странно, раньше помню. Похоже, что-то связано здесь с особыми способностями. Замена плазмидом в Биошоке. Попкорн ешь? Молодец. Здорово. Пикничок такой. А что вы тут делаете вообще? Ты что, кузнечиков ловишь? Да, я тоже в детстве ловил. Ну что ж, ладно, давайте пойдем дальше. Осветите путь, поцелуй дьявола. Ладно. Какое-то представление дает. Ой, дьявол. Это он летал на воздухе, что ли? Офигеть. Молния. Научи. Дядя. Энергетик назвали Игорь. Здесь. Так, окей, а меня научите? Я тоже хочу. Вау, это что? Смотрите, полетела антигравитация, страшная. Ну научите уже, а?
Вигарс! Окей. Нам не разрешают. Ладно. Блин, Костя же разглагольствует. А это что? Кинетоскоп. Давайте глянем. Зависть во всех ее видах. Блин, я не успеваю даже читать. Я ничего тут смолит. А, это сигарет специально для детей. Блин, дети могут говорить. Типа мальчик, один мальчик завидует другому мальчику, потому что тот, его папаша, запилил ему сигареты для детей. Окей. Это ярмарка, блин. Никогда в жизни не было на так подобной ярмарке. Я хочу. Давайте. Что надо сделать? Три попади в дьявола три раза. Защити женщину и ребенка. Правой кнопкой. И чё? Рапчер. Не по... А, его нужно было стрелять. Так, ладно. Я просто даже не подумал, что нужно его атаковать. Окей. Спасибо. Так, а... Да, да, спасибо. А вы мне не дадите? Вот и играть, да. Самому мне использовать потом никак нельзя, да? Обидно. Ну, короче, энергетики заменили плазмиды, ладно. Чё скажешь? А, это вот те самые знаменитые воздушные трассы. Единственное средство передвижения между... с летающими островками. Да запросто. Давай. Воздушка? Али. Окей. А прицел тут есть еще? Что надо делать? Ой. Блин, я до одного тут попал. Мышка дикая у меня слишком. Стерва. Блин, почему эта воздушка звучит, как будто она реальный дрободан? Да уже убежал там где-то, я знаю. Ты чё творишь? Первое место. О, да я крут. Отлично. Повеселился. Давайте дальше. Так. А, здесь занято. Все то же самое, да? Такие сиськи. Виши. Так, слушаем. Блюз или что это? Не, не блюз. Скорее кантри. О! Нифига себе! Удивительный кандимен. У него сердце там. В этом аквариуме. Не фотографируй. Ой, ему не понравилось, как его фотографируют. А мужик... Да, прекрати фоткать, но видишь, ему не нравится. Как он, блин, робот. Чё ж прикольного таким быть? Ну, бывает.
With possession, you are the master. Да, you это помню. Any machine to your will. With just a whisper, they're all ears. Ну круто. Сердечко, нифига поперло. Что ты тут добавляешь, женщина? Ой. Нет комментариев. Гипнотизер. Нажмите, чтобы превращать машин в союзников. Ты-ты-ты-ты-тых. Застрелил. Окей, это похоже. Если у вас есть гипнотизер, вы можете. А. Что было? Максимум солей. Что такое соли? Видимо, здешний аналог маны. Прожектор. Она пусть крутит. Так. Видимо, это сюжетное было, да? Что это такое? Использует автомат с солями, ясно. Что у нас здесь? Это Бенджамин Франклин? Попробуйте, да, я в курсе, я в курсе. Так, я все еще. Привет. Сутенер, что ли? Бамс. Бамс. Йо-йо. Так, ну похоже, мы здесь увидели все, что можно было увидеть. Давайте продвигаться. Бамс. Хорошо. Heads or tails? Come on, let me through. Heads or tails? Орел или решка, говорит. Heads. Told you. Чё, все выбирают heads? Satisfying, as I imagined. Chin up, there's always next time. I suppose there is. Чё за бредятина? Почему так происходит? Почему все время решка выпадает? О, Songbird. Тот самый. Вы много раз, наверное, видели в роликах, если следили за игрой. Огромная механическая птица, но не будем пока об этом. Э, хот-доги. Но мы и так здоровы. Хотя не верю, что хот-дог кому-либо может здоровье прибавить. Разве что наоборот, в классике играть. Бывает. Торговый автомат. Отличный набор соли, соли... Не нужен. А если мы на него... Блин, а у меня солей нету. А если их найти где-нибудь, применить к этому автомату, чтобы он мне бесплатно выдал? Ой, да. Так, мусорка. Мусорка, как всегда, ничего. Полиция. Спокойно. Что за нафиг? Что-то сейчас было. Что с этой статуей? Ой. Плюшевый Сонгверд. Давайте прослушаем запись. Смотри, у нас... Что-то я... А, и у нас их нет? Есть? Непонятно. Я могу их выбрать, например? Вороны-убийцы. Охренеть. О, Анна. Во всей красе. Так. Поехали. Мадам Люц, я прочла все ваши книги. Моя мать говорит, подобное занятие не пристало леди, но, по-моему, она просто завидует нашему уму. Правда ли, что только вам дозволено посещать девочку в башне? Если Агнес скучает, я бы с радостью навестила ее, ведь у нас много общего. С наилучшими пожеланиями, Констанция. Так, видимо, в башне заперта Элизабет. Ее называют здесь Агнец. Я слово Агнец всегда неразрывно воспринимается как... Овечка для заклания. То есть тот, кого принесут в жертву.
Нет, я не заблудился. Да-да. Со мной все в порядке, не боись, женщина. Уж как-нибудь я разберусь. Отца Франклина? Здесь Бенджамин Франклин есть? Не может быть. Погоди, Франклин, это же не 20 век далеко. Ага, сюда мы прошли. Так. Мы славим Соловья, ибо он защищает Агнца. Ну да, Соловей защищает Элизабет, и мы с ним в свое время познакомимся. Ладно, идем дальше. А, вот этот крюк для путешествия по воздушным путям. Закрыто. По приказу отца Комстока. Остров Монумента. Почему закрыто? А монументы плохие? Я так и не понял, что случилось с этой статуей, почему она так глючила. Ну, видимо, всему найдется в свое время своя причина. Пока. Продолжаем шерстить округу. Опять АД. Видимо, что-то связано с действительно с адом. Блин, а меня сейчас не сожгут вообще на костре, как врага народа. Народ поет. Довольны все, видимо, счастливы. Сумочка только пусто. Печально. Это тоже, кстати, особенность хардкорного режима. Патроны, аптечки, деньги, все это будет попадаться очень редко. Так что, если вы решаетесь играть на таком режиме, то будьте готовы. О, немного солей. Не знаю, почему соли, кстати. Очень странное название для ресурса, на мой взгляд. Аптечки. Кто-то бросил денежку в почтовый ящик. Я так полагаю, нам вот туда, где поют. Но подождем. Так. Лица Колумбии. Здравствуйте. Да, хорошо, хорошо. Я и не рвусь туда, в общем. Просто мимо прохожу. В первом биошоке можно было взламывать автоматы при помощи игры. Так, ну ничего покупать не будем, я думаю, ни к чему. Сейчас мячик. Так, ну идем дальше наверх. У меня нехорошее предчувствие по этому поводу. У вас хорошее место для начала всяких нехороших событий. Ха-ха-ха. Иеремия Финк. Народ поет. А у меня нет мячика, я хочу мяч. Sorry, no sale. Silly, there's never a charge for the raffle. You've been sleeping under a rock? 77. 77. That's a lucky number. I'll be rooting for you. Bring me the bowl. Is that not the prettiest young white girl in all of Colombia? Нет, Элизабет красивая. Твою мать. Даже в телеграме было сказано, только не бери номер 77. Да, они приводят еретика, и мы должны кинуть. Боже, какие вы страшные. Капец. Ты псих, что ли? Чё? Бросить ведущего. Да на ты! Ах ты стерва.
Where'd you get that brand, boy? Don't you know that makes you the backstabbing snake in the grass, false shepherd? Пошел в ад. And we ain't letting no false shepherd into our flock. Show 'em what we got planned, boys! Ой-ой. Что такое? Что это за замедленное? Погоди. Нет, В. Так. Ой, мама. Смотри, опять реклама. Дисконнект? На. Конец тебе. О, жесть, голову оторвал. Так. Спокуха. Психи. Блин, там мужику вообще просто лицо сорвало с черепа. Так, ну. Вы же понимаете, да? Началось. Действие. Ты псих? Или ты болен? На. Да не. На. Апельсин. Неплохо, мне так здоровье, кстати, уже покорябали. Вроде бы никто не бил. Так, ну хорошо. Да. Все началось. Причем гоняются теперь, главное, что за нами. Сходу оказались в гуще событий. Так, ну. Резко улетело. Ох ты. Блин, я блок не могу ставить. Да. Ого. Сюда иди. Блин, мне бы тоже пистолет не помешал. Сюда иди, говорю. На. О. Ой, зачем я это сделал? Так. Интересно, шарик лопнет, если мы по нему стрельнем. Хрен там. Тоже Маузер, видимо, но какой-то изукрашенный. Инкрустированный. Окей. Так, этому пофигу. Он робот. Нифига нет. Ха. Лично. Вот у нас теперь на руке эта штука. Мы сможем теперь прыгать по... Так, давайте почитаем. Слушаем, точнее. Комсток, я же говорил, пообещаем рай. И эта шваль будет ждать, что всю работу за них сделают херувимы. Никто не хочет быть слугой в Царстве Небесном. Ничего не знаю про парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. А, ничего, я знаю парня в Джорджии, который поставит нам каторжников-негров. А можем убогим возвыситься, если тебе от мысли, от этой мысли станет легче. Ага. Как обычно. Для одних рай, для других ад. Если по ней стрельнуть. Ну да. Примерно такого эффекта я и ожидал. Спокуха. Пирожок. Так, ну на этих я не буду патроны тратить. И вполне можно и так завалить. А вот по этим трассам мы сможем ездить сейчас. Так. А, нет, сделаем вот так лучше. Давай. Шмаляй по моим вражинам. Ха-ха-ха-ха. Отлично. Работай, железяка. А я буду отдыхать. Надеюсь, это значит навсегда. А, нет, смотри, мигает. Сейчас кончится. Давай еще. Вокруг него эта девочка летает. Куда взялся?
Так, ой. Ладно. Смотри, летит. А я мог там полететь, не? Ладно. Робот сейчас уже у нас будет целить. Нифига, у меня здоровье слетает. Охренеть. Спокойно, дикий. Блин, мне не хватает возможности наклонять. Скотина. Ушел. Но меня так, конечно, шатает. Блин. Мне некогда целиться даже. А раньше вы не могли про этот Z сказать? Капец. Ну, конечно, управление надо будет перенастроить, потому что так невозможно. Что ты мигаешь? Какая-то бочка. Что бочка? Ящик. Ну, в общем, пошла-поехала. Причем так сход достаточно, да? Как бы все шло идеалистически, так спокойно. И понеслась внезапно. Все в меня стреляют, все хотят меня убить. Никто меня не любит. Еда, блин, автомат меня пугает сверху. Окей. А, мы же здесь были, точно. Ладно. Ага. Вот что в этих ящиках, да? Патроны. Ну ладно, будем знать. Похоже, это автомат работает. Судя по скорости стрельбы. Не, ну это надолго. Не, надо соли найти, да, взломать его. Здесь только вата. Печально. Ага. Мы вернулись туда, откуда пришли. Отлично. Эх, эх, эх. Окей. Что же делать с этим автоматом? Агрегатом. А, он нас не видит отсюда, да? Спокойно, робот. Все свои. Так, кто там орёт? Блин. Довольно странный прицел. Я слышу тебя. О, тихо, тихо. Фаермен? Почему они меня называют фаерменом? А, уже уйди от меня. Тенистая тропа. Отлично, блин. Да, хватит стрелять. Нафиг иди, короче. Да, пусти меня, стена. Так, ладно. Всех убили, всех зарезали. Чашку кофею. Это что такое за червяки? Кошелечек. Да, денег не густо дают. Прямо скажем. Ну, немножко остановились. Хватит на то, чтобы следующий автомат взломать. Еще кофею. Там что-то лежит синенькое. Так. Окей.
Окей. Блин, сохраняться, конечно, не дают. Тоже мне хардкорный режим, где нельзя сохраняться. Открыть ворота. Ну, в ворота мы пойдем в следующей серии. Сейчас уже пора заканчивать. С вами был Ведьмак. Мы устроили небольшую революцию на летающем городе Колумбия. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте. Приходите завтра. Всем пока!